Вот так, девочки, загоняем кавказских мужчин под каблук. Вот так моет посуду, старается. Что делает? Удали! Помогать друг другу — это не зашквар. Это хорошо, это правильно. Для этого люди и выстраивают отношения, чтобы помогать друг другу и было легче жить. Плохо во всей этой ситуации то, что тебя за это не ценят. Тебя высмеивают и показывают: а, посмотрите, я тут загоняю кого-то под каблук, либо еще что-то. Все это делается на публику и просто-напросто может оскорбить и унизить твоего партнера, и в следующий раз он просто скажет: я не хочу этого делать. Мы сами порой отбиваем желание. Вот в данном случае вот эта вот женщина.